Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! На связи Игровые Новости, где мы, как обычно, старательно собрали для вас все самые горячие и заслуживающие внимания новости и события, произошедшие в индустрии за последние дни. В сегодняшнем выпуске инсайдер поделился подробностями грядущих игр от BioWare. Аниме-сериал Blood Dragon Remix получит игру с подростковым возрастным рейтингом. А дилогия Alan Wake готовится стать телевизионным сериалом, в котором будет продолжена сюжетная линия игры. Что ж, не будем затягивать. Присаживайтесь поудобнее, прожимайте приветственный лайк и погнали. Вы на канале DLC, и мы начинаем. Нежданно-негаданно замаячили новости прямо из суда, Верховного из США, что отклонил решение заслушивать отдельный запрос от Apple и Epic Games в их давних потугах закидать друг друга исками относительно правил App Store. Компания Apple подала запрос еще в сентябре 2023 года, попросив Верховный суд заслушать апелляцию по поводу части спора, принятой в пользу Epic, в которой компании запретили ограничивать разработчиков приложений для iOS направлять пользователей на сторонние платежные системы за пределами App Store. Верховный суд также отказался рассматривать и просьбу Epic Games о вынесении решения по делу. Напомним, что юридическая вражда Apple и Epic Games началась аж в 2020 году, аккурат после того, как компания Тима Суини внедрила систему прямых платежей в свою популярную игру Fortnite. Новая система оплаты привела к снижению цен на V-Bucks, после чего Apple, а заодно и компания Google запретили Fortnite и Epic Games в App Store за нарушение политики в отношении способов оплаты. Epic, возмутившись, жахнули иском, дабы оспорить решение обеих корпораций, утверждая, что те, мол, нарушают антимонопольное законодательство. Тем самым был запущен процесс обмена любезностями в суде между всеми интересантами. В 2021 году судья из окружного суда по Северному округу Калифорнии постановила, что Apple монополистами все же не являются. А пару лет спустя окружной апелляционный суд США в основном подтвердил предыдущее решение низшей инстанции. Почему в основном? Ну, Epic в итоге тоже удалось кое-чего добиться в суде против Google. В декабре прошлого года суд присяжных постановил, что корпорация обладает незаконной монополией в борьбе за магазины приложений, после чего в Google объявили о своих планах обжаловать вердикт. И хотя Apple в основном выиграла судебную битву, в обоих решениях было как бы отмечено, что яблочная компания проявила ай-яй-яй антиконкурентное поведение, запретив разработчикам сообщать пользователям App Store о наличии дополнительных способов оплаты. В сети появился слух о том, что компания Electronic Arts решила заняться ремейком легендарной Dragon Age Origins, не иначе как в ответ на оглушительный успех триквела Baldur's Gate. Информация об этом появилась на форуме 4chan от пользователя, который представился одним из тестировщиков компании. Следом за тем, оно попало уже на Reddit. По словам инсайдера, ремейк пока находится на очень ранней стадии разработки, а называться будет Dragon Age Re-Origins. Сообщается, что новая версия игры будет выполнена в духе обновленного Dead Space от тех же EA. То есть, помимо улучшения графики, также будет серьезно улучшен и доработан игровой процесс. Отметим, что хоть источник слуха является не самым вызывающим доверие, однако кто-то, быть может, и помнит, как несколько лет назад издательство EA заявляло, что будто бы планирует сделать для своих культовых игр ремейки. А потому вполне вероятно, что Dragon Age Origins в скором времени станет одним из таких. Ведь как ни крути, а Dead Space, сколь бы прекрасна ни была оригинальная игра, на титул культовой отнюдь не тянет, а вот дебютная игра серии от BioWare вполне себе. Помимо инсайдов о готовящемся ремейке Origins, все тот же информатор поделился подробностями других готовящихся игр от некогда прославленной студии — Dragon Age Dreadwolf и Mass Effect 4. По его словам, авторы Dragon Age Dreadwolf все последние месяцы времени зря не теряли, а потому игра сильно продвинулась в разработке. История четвертой части Dragon Age подведет итог текущей сюжетной линии франшизы, и в свою очередь издатель в лице Electronic Arts очень рассчитывает на данную игру, в связи с чем разработчикам было выделено дополнительное время на ее полировку. На данный момент игра планируется к выходу во втором квартале 2025 года. В EA искренне надеются на то, что у разработчиков получится произвести впечатление на аудиторию качеством игры. И, следовательно, она сможет заработать издателю впечатляющую монету, продавшись огромным тиражом. По мнению инсайдера, в плане ощущения от игры Dreadwolf очень похожа на Инквизицию, но с улучшенной боевой системой и интерфейсом. Что же касается Mass Effect 4, то данный проект все еще находится на очень ранней стадии разработки. Если быть точнее, на уровне пре-альфа-версии. Известно, что каноничной концовкой триквела для игры станет красная, в которой Шепард уничтожает жнецов и попутно всю неорганическую жизнь в галактике. Главным героем станет абсолютно новый персонаж N7, не Шепард. Однако Рекс, Лиара и Гарус обещают вернуться. Противостоять наш отряд будет Левиафаном и Геттом, но по какой причине автор сценария остановился именно на этих антагонистах, не раскрывается.
Автор утечки предполагает, что релиз игры состоится не ранее 2030 года, а потому то, что она представляет из себя сейчас, как визуально, так и в плане геймплея, еще очень далеко до финального качества. Дамы и господа, есть ли среди наших зрителей представители IT? Уверены, что такие точно найдутся. А потому хотим порекомендовать в хорошем смысле необычную компанию, которая ищет специалистов на огромный перечень позиций. Это финтех-компания «Точка». Они развивают онлайн-банк и другие сервисы для бизнеса. Так почему же «Точка» необычная? Дело в том, что их главный принцип работы – свобода и ответственность. Они дают сотрудникам работать по-своему. Никто не навязывает методы, не стоит над душой и не контролирует жестко процессы. Потому что верят, что каждый человек на своем месте лучше знает, что и как ему делать, чтобы достигнуть целей команды и компании. Эти принципы подкреплены необычной системой самоуправления – холократией. Она избавляет от лишних препятствий, дает возможность каждому реализоваться и повлиять на конечный продукт и процессы вокруг. Конечно, здесь еще много командного. Нужно договариваться, отстаивать свои решения, предлагать идеи и следовать стратегии компании. Ну а как по-другому, если хочешь делать что-то значимое? Это все может звучать слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но цифры говорят сами за себя. В «Точке» работает уже почти 4000 сотрудников, сервисами пользуются более 600 тысяч клиентов, а банк занял второе место в народном рейтинге банков. Ну и, конечно, они предлагают приличный уровень зарплат, позволяют работать удаленно и делают много для комфорта сотрудников. В общем, если такой формат работы вам понравился, то по ссылке в описании можно узнать детали и посмотреть вакансии. Да даже если вы не айтишник, есть много вакансий в других направлениях. Посмотрите. Аккурат после недавних изменений внутри студии Activision стали известны некоторые любопытные детали, касающиеся разработки игр-франшизы Call of Duty. Как оказалось, почти 10 лет назад одной из студий-разработчиков серии активно делался масштабный спин-офф, посвященный целиком и полностью сражениям зомби — Call of Duty Zombies, однако впоследствии проект был отменен. Информация о разработке Call of Duty Zombies стала известна благодаря обновленному описанию рабочего профиля геймдизайнера студии Raven Software Майкла Гамильта. По словам разработчика, производство данной игры активно велось с 2012 по 2014 год под руководством этой самой студии Raven. Проект долгое время находился в разработке параллельно с другими играми крупного издательства. Разработчики планировали создать шутер с элементами лайв-сервиса, отказавшись от сюжетных миссий и сосредоточившись на режимах и различных активностях для игроков. И, быть может, к огромному сожалению для многих, проект был отменен флагманской студией издательства Treyarch, которая рассматривала концепцию зомби исключительно как свою торговую марку в рамках своих же игр в серии, вроде Black Ops. Не одобряя тем самым подобные эксперименты, но уже от других студий внутри Activision, созданные без их непосредственного участия. Судя по некоторым свежим данным, компания Ubisoft в данный момент активно трудится над новым ответвлением серии Far Cry на основе мультсериала Captain Lazarhawk и Blood Dragon Remix. Рассматриваемая игра с подзаголовком Ninja Warrior может стать первым спин-оффом серии аккурат после игры Far Cry VR Dive into Insanity, которая вышла на рынок в июне 2021 года, а также продолжением оригинальной игры Blood Dragon, в свое время высоко оцененной обычными игроками. Собственно, для тех, кто не знает, Captain Lazarhawk и Blood Dragon Remix — это получивший признание критиков мультсериал, вдохновленный той самой Far Cry 3 Blood Dragon. Аниме было создано Ади Шанкаром, американским режиссером и продюсером, которого игровая аудитория может узнать по работе над сериалом Castlevania Nocturne, где он выступает как раз в качестве исполнительного продюсера. Продукт появился на Netflix в середине октября прошлого года и был встречен весьма тепло как со стороны фанатского сообщества, так и среди придирчивых критиков. Как бы то ни было, пока что ни Ubisoft, ни Netflix не давали каких-либо комментариев касаемо того, что планы по расширению этого проекта за пределами шестисерийного аниме действительно есть. Однако свет на он и косвенно пролил рейтинг PEGI, присвоенный Captain Lazarhawk Ninja Warrior. Рейтинг описывает неанонсированный спин-офф Far Cry как многопользовательский опыт, в котором игрокам предстоит соревноваться в уничтожении большинства противников в игре «Лазерный смертельный бой». Проект получил рейтинг PEGI 12 ввиду изображения насилия в отношении гуманоидных персонажей, причем классификация вышла более мягкой, чем та, что была присвоена реальному аниме. Сервис Netflix рекомендует Captain Lazarhawk лицам, достигшим возраста 16 лет. К слову, из рейтинга PEGI можно узнать и то, что в Captain Lazarhawk Ninja Warrior будут реализованы микротранзакции, в частности, возможность приобретения внутриигровой косметики, а также, что выход предполагаемой игры состоится исключительно на ПК. Хотя этот момент может быть и спорным,
Ведь довольно частой практикой является присвоение отдельных рейтингов одной и той же игре в случае ее поэтапного выпуска на разных платформах. Дата выхода Captain Lazarhawk Ninja Warrior в рейтинге PEGI указана 19 декабря 2023 года, что, как мы понимаем, является либо банальной ошибкой, либо решением самой Ubisoft отложить выход спин-оффа Far Cry без указания новой даты выхода. Разработчики онлайн-шутера с реалистичной графикой Bodycam показали новый геймплейный ролик, вместе с тем объявив, что открытое бета-тестирование проекта пройдет 21 января в Steam. Принять участие в нем могут все желающие, но стоит поторопиться, ведь продлится оно всего лишь одни сутки. Сообщается, что игрокам будут доступны три карты под названием Worn House, Russian Building и Airsoft House. Напомним, что Bodycam — это многопользовательский онлайн-шутер, главная особенность которого — воспроизведение реалистичного изображения с нагрудной камеры. Его созданием занимаются всего два французских разработчика из Raysat Studio, а графическая игра базируется на движке Unreal Engine 5. Студии Double Eleven и Paradox Interactive анонсировали Prison Architect 2 — продолжение высокооцененного симулятора управления тюрьмой. Главной новинкой грядущей части станет новое графическое оформление в честном 3D, что позволит детально проработать каждый уголок исправительного учреждения. Также появятся и новые инструменты для дизайна тюрьмы, возможность добавлять этажи в инфраструктуру и новый режим карьеры. Заключенные будут уникальными, а на их поведение станут влиять отношения между собой и условия заключения. Порой игрокам предстоит подавлять бунты, предотвращать побеги и решать другие проблемы, с которыми многие знакомы еще с первой части. Кроме того, разработчики обещают более глубокую систему симуляции, больший уровень контроля со стороны игрока и в разы больше творческих возможностей. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 26 марта. The Sinking City — детективная адвенчура от разработчиков Frogwares — получила новое обновление, о скором выходе которого мы уже рассказывали в одном из последних выпусков. Оно включает в себя исправление багов и оптимизации, а также три дополнения, которые доступны бесплатно всем обладателям издания Necronomicon. Среди таковых — Merciful Madness, задания, основанные на легендарных рассказах Лавкрафта, Chicago Organ Grinder, альтернативный внешний вид для автомата Томпсона, а также Experience Boost, дополнительное очко навыков, которое можно будет потратить в начале игры. Стоит напомнить, что обновленная The Sinking City не поддерживает старые сохранения, а потому на свежей версии необходимо будет начать новую игру, чтобы иметь доступ ко всем выпущенным DLC. Хотя разработчики пока еще оставили возможность запуска старой версии игры до 28 февраля, на тот случай, если игроки не хотят терять свой текущий прогресс и начинать все заново. Вдобавок к этому, в магазине Steam для игры теперь стали доступны коллекционные карточки. Оригинальная The Sinking City вышла в феврале 2021 года, вскоре став причиной скандалов между студией-разработчиком Frogwares и компанией Nacon, издателем игры на тот момент. Не так давно Frogwares смогли урегулировать споры, вернув себе все права на игру и восстановив возможность ее приобретения в цифровых магазинах. Еще в мае 2022 года разработчики из Remedy Entertainment объявили о работе над экранной адаптацией Alan Wake совместно с телекомпанией AMC. Про шоу, о котором и так не было никаких подробностей, не было слышно ровным счетом ничего целых полтора года. Да и в студии Remedy до сих пор терпеливо хранят молчание о нем спустя месяцы после крайне успешного релиза Alan Wake 2. Кто-то, быть может, уже и расстроился, решив, что проект отменили. Однако спешим вас успокоить, это в корне не так. Оказалось, что работа над сериалом кипит, хотя его производство и сложно назвать гладким. По крайней мере, так утверждает инсайдер The Tipster VG, который захотел поделиться с игровой общественностью известными ему подробностями предстоящей экранизации по мотивам. Согласно данным информатора, у создателей шоу в начале работы над ним возникли некоторые серьезные трудности, детали которых не раскрываются. Да оно уже и не столь важно, ведь в настоящий момент все вроде бы разрешилось, а следовательно и работа над шоу продолжилась в надлежащем темпе. Автор утечек также поведал о том, что сериал не станет прямой экранизацией ни первой, ни второй части триллера. Remedy намерены сделать сериал прямым продолжением обоих проектов. Именно поэтому в создании экранизации принимает активное участие как сам Сэм Лейк, основной сценарист студии и ее креативный директор, так и другие сценаристы диалоги Алан Уэйк, помогавшие ему в работе над написанием сюжета. Безусловно, в актерском составе стоит ожидать и все знакомые лица. Например, утверждается, что главную роль в будущем сериале наверняка отдадут Илке Вилли, исполнителю главной роли в обеих играх. Будет ли озвучивать героя Мэттью Паретто, не сообщается. Но согласитесь, что было бы странно не услышать в экранизации уже привычный голос писателя, имеющего ту же самую внешность, что и в игре. Кроме того, студия Remedy на этой неделе засветилась в контексте чуть менее приятной новости.
потому как на финских разработчиков неожиданно подали в суд. Что-то слишком много судов для одного новостного выпуска, не находите? Поводом конкретно этого стал обновленный логотип студии-разработчика Alan Wake и дилогии Max Payne. Как оказалось, иск вовсе даже не свежий, он был подан несколько месяцев назад и рассматривается по настоящее время. А истцом, что иронично, выступил никто иной, как компания Take-Two Interactive, которая по каким-то причинам посчитала, будто бы лого финнов слишком уж похоже на эмблему Rockstar. Дело в том, что я хочу развестись с этим человеком, потому что он дебил. Потому что что? Дебил он. Не поняла. Он дебил. Ироничным же нам это кажется потому, что Remedy не так давно заключила партнерское соглашение с этой самой Take-Two с целью создания ремейков Max Payne. Такие вот интересные тонкости взаимоотношений получаются. К слову, в данный момент компания-гигант упорно пытается добиться у финских девелоперов смены фирменного знака. А иначе, мол, пользователи еще ненароком спутают Remedy с Rockstar, что, дескать, негоже. Интересно, что для Remedy это уже второй подобный случай. В далеком 98-м году разработчикам пришлось сменить свой самый первый логотип, поскольку он был слишком похож на эмблему уже другой крупной студии — LucasArts. Нам же кажется, что эти логотипы ну вообще ничуть не похожи. А все претензии корпорации многоуважаемого Зельника кажутся высосанными из пальца. Ох уж эти крупные компании, ну медом не корми, лишь бы с кем-нибудь посудиться. В предстоящем экшене от Arkane Marvel's Blade будут реализованы кинематографические ролики и элементы окружения в реальном времени, что, как ожидается, должно в разы поднять планку визуального повествования в играх студии. Об этом свидетельствует недавно размещенная компанией информация о поиске художника по освещению, в свою очередь раскрывшая некоторые подробности. Новый сотрудник будет отвечать за освещение окружения игры в реальном времени, пристально следя за тем, чтобы каждая тень и отблеск не только смотрелись потрясающе, но и органично вписывались в динамичное действие игры. Кроме того, освещение для видеороликов в реальном времени обещает погрузить игроков в небывалый кинематографический опыт, который плавно интегрируется с игровым процессом, обеспечивая непрерывное повествовательное путешествие для геймеров. Используя передовые методы освещения, проект про охотника на вампиров по лицензии Marvel должен будет предложить ни много ни мало целое визуальное пиршество, которое усилит как впечатление от геймплея, так и драматический эффект от глубокой истории игры. В настоящий момент Marvel's Blade разрабатывается для ПК и консоли Xbox. Точная дата релиза все еще неизвестна, но ожидается, что он раскроют не раньше конца этого или начала следующего года. Немногим ранее компания Spy Media обещала игрокам, что как только так сразу, поделится новыми подробностями о своем предстоящем проекте Tomb Raider 1.3 Remastered, переиздании самых первых, по-настоящему уже классических игр про Лару Крофт. И вот спустя некоторое время авторы действительно публиковали список улучшений ремастер-версий в виде длинного поста в блоге PlayStation. Не соврали, получается. Из сообщения стало известно, что компания, тщательно проанализировав свое видение ремастеров в отношении графики игрового процесса, внедрила улучшения, которые в равной степени прокачают и то, и другое. Таким образом, в новой версии игроки смогут использовать как оригинальные элементы управления эпохи PS1, так и новые, основанные на играх эпохи Legend, Anniversary и Underworld. Помимо прочего, для битв с боссами были добавлены шкалы здоровья, а внутриигровые предметы, вроде аптечек и боеприпасов, теперь будут трехмерными, а не плоскими. А игроки по ходу прохождения смогут разблокировать более 200 трофеев. Также во все эти игры добавят фоторежим, в котором будет возможность сделать снимок мечты, если вы понимаете, о чем я. Среди прочих изменений выделяются улучшенные световые эффекты и эффекты в реальном времени, возможность переключения графики с классической на новую в любой момент, а также новые модельки, обновленное окружение и враги. Игра ожидается к выходу на ПК, домашних игровых консолях прошлого и текущего поколений Switch 14 февраля и будет полностью переведена и озвучена на русский язык. Ни для кого не секрет, что сокрушительный провал якутского выживача The Day Before совсем уже скоро приведет к окончательному отключению его серверов. Случится это знаменательное событие уже через считанные дни. Тем самым будет забит последний гвоздь в крышку гроба данного цифрового недоразумения, не вызывающего сегодня уже ни капли интереса ни у одной живой души. Или все же вызывающего? Вот тут мы, похоже, погорячились. Ведь в социальных сетях недавно стали появляться тоже своего рода безумные новости. А именно о том, что в The Day Before все еще, оказывается, играют целый один человек. В базе данных Steam четко указано, что с 28 декабря минувшего года и на момент понедельника 15 января на серверах игры находился один игрок.
Неизвестно, кто именно этот пользователь, но одно ясно, что это отважный геймер, похоже, так и не смирившийся с судьбой выживача, которому череда неудачных корпоративных решений так и не позволила стать полноценной ММО на выживание в открытом мире. В социальных сетях пользователи до сих пор не прекращают попытки выяснить, кто же скрывается за этим верным поклонником и что именно побудило его заняться подобным крамольным делом. Однако появилось популярное мнение, что это может быть кто-то из разработчиков или, например, ютубер, чем черт не шутит. Ну или вовсе какой-нибудь несведущий игрок, что совсем не следит за социальными сетями и не знает, какая участь в ближайшее время ждет феерично провалившийся проект, продолжая в него играть. Но согласитесь, последний вариант звучит на редкость странно и даже в чем-то крипово. Есть и более правдоподобный вариант. Некоторые считают, что отчаянным юзером может быть тот самый модер, что не так давно взял на себя смелость создать офлайн-версию The Day Before, и которому, в свою очередь, необходимо подключение к игре, чтобы продолжать работать над проектом. Что тут скажешь? Жаль, конечно, этого добряка. А на этой ноте наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Если он вам понравился, будем рады лайку, комментариям под видео и подписке на канал. Для нас ваша поддержка невероятно важна. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Ну и не поленитесь заглянуть в нашу группу во ВКонтакте и Телеграм-канал. Мы там тоже публикуем годный контент и ведем общение. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Засим откланиваюсь, всем добра!